Волонтеры всегда придут на помощь. И вот опять репортаж из Кишиневского РВЦ. Кишиневский центр волонтеров. И как вы думаете, что мы делаем? Это благотворительная акция. Рамочки, которые будут подарены бабушкам, дедушкам, для того, чтобы они вставили в эти рамочки свои любимые фотографии. Спорится дело, а нужно всего-то желание помочь, желание что-то сделать своими руками, картон, клей и салфетки. И все, красота, которую потом подарят, уже готова. Всего доброго!